Отлично. С водой? Да. А почему? А потому что мы провели новую магистраль для нас, для этой улицы. Ага. Я смотрел, у вас там такая будочка. Вот она, да. Сделана. Здесь стоят водомеры все. Ага. С тех пор, как провели, у вас с водой нормально завелось. У нас отлично, да. Но на нижней улице и на верхних воды как не было, так и нет. А Сред-2 вообще страдает, насколько я знаю. Вот такая проблема. Все равно с водой, как бы она ни была, одна улица получается с водой, а остальные без воды. Не, ну если остальные сделают так же, как у вас, у них тоже будет вода? Конечно. А кто против? Только за. Люди только за. Чтобы это сделать, эти добиваются, насколько я знаю. Вот сосед мой, они ходили, потом еще один сосед мой ходили, по-моему, что-то торможение какое-то идет. А там что, кто его знает. Спасибо. Пожалуйста. Инженер по реализации первой группы потребителей КРП ППХ города Судака. В Судаке горводоканал. Хотел бы показать узел учета квартала Осред, который был нами обустроен совместно с жителями данного квартала. Так как интересы наши совпадают по подаче воды в этом квартале, существовала проблема не одно десятилетие о наличии воды в каждом домовладении этого квартала. При прокладке сетей это директор Владимир Владимирович Кедик и главный инженер Лозянко Александр Григорьевич предложили схему работы в данном квартале. Поменяли часть трубы квартала Осред, что позволило обустроить нам два узла учета подобного типа. Это квартал Осред, порядка 15 водомеров, квартал Платановый, такая же схема. Что сразу дало результат. Результат выявился в рациональном использовании воды, в первую очередь. Второе, самое главное для абонентов, это наличие воды согласно графика. В полном объеме, который мы гарантируем согласно договора. Это позволяет не только быстро и хорошо и удобно получать воду, а также производить ремонт внутри домовой сети при данной схеме подключения. Как мы видим, от сети уличного водопровода каждый индивидуально подключен отдельно, что дает ему возможность исправлять поломки внутри домовой сети, так же как и ремонт уличной сети. Все в данный момент функционирует. Абоненты довольны, предприятие считает, что стратегия развития учета воды в городе Судаке должно идти по данному направлению.